Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я ведущий дизайнер компании «Стройгарант Анапа». И сегодня я хочу вам показать два дома, которые у нас готовы под сдачу. Дома построены по двум одинаковым проектам, разница только в отделке фасадов. Дом, что слева от нас находится, он выполнен в штукатурке, а который сзади меня в кирпиче. Мы с вами сегодня пройдем и посмотрим, как выглядят внутри дома с одинаковой планировкой, но с разными отделками. Здесь у нас к дому ведет мощеная дорожка, которая по цвету подходит к плитке, из которой выложена лестница. Из этой же плитки, кстати, мы выкладываем и террасу. Давайте зайдем внутрь дома и посмотрим, какую же отделку выбрали наши клиенты. Мы с вами попали в прихожую. Здесь наши клиенты выбрали пол по своему желанию. Поехали в магазин, мы дали им адреса наших поставщиков и там нашли вот эту плитку замечательную. Здесь использовано два типа плитки – фоновые и декоры. Как будут разложены декоры, я нарисовала раскладку и наш прораб сделал. И получилась вот такая замечательная дорожка, которая ведет к общей зоне гостиной и кухни, прям практически аллея звезд. Мы можем с вами посмотреть еще обои и плинтус в данном помещении. Обои входят в наш стандарт, и плинтус тоже. Здесь вот по дизайну выполнен высокий белый плинтус и такие вот бежевого цвета обои. Все подобрано в цвет. Если вы посмотрите, двери у нас тоже под цвет плинтуса. И все в общем выглядит очень гармонично. Здесь вот общее пространство. Здесь будет кухня. Под кухню сделаны розетки, выводы под сантехнику. Даже под вытяжку у нас есть выход. Это тоже все в стандарте. Здесь у нас предусмотрено зона гостиная, есть выходы под телевизор, розетки. Предлагаю вам также зайти в санузел на первом этаже. Обратите внимание на ручки. Эти ручки клиенты выбрали самостоятельно в магазине, потому что им захотелось именно такой дизайн. То есть они выбрали их, мы их купили, и они были немножко подороже, чем наш стандарт, и клиенты просто доплатили, и мы сделаем пересчет. Давайте посмотрим, какая плитка у нас в санузле. К сожалению, вот эта плитка, которая на стенах, она уже снята с производства, и это вот последний санузел с этими цветами, которые мы в Стройгарант Анапе успели сделать. Но мы нашли другие цветы замену, они немножко другого оттенка, но не менее красивые. И вот эта вот раскладка в санузле, которую вы видите, это все наш стандарт. То есть это все включено уже в стоимость нашего дома. А теперь мы с вами посмотрим спальню на первом этаже. Эта спальня сделана целиком по нашему стандарту, по нашей стандартной отделке. На полу лежит ламинат Брюгер, наш стандартный плинтус и наши стандартные обои. Ламинат у нас 34 класса с фаской. Фаска обработана воском. Он довольно-таки влагостойкий и очень долго служит верой и правдой нашим клиентам в наших домах. Если вы обратите внимание, то весь дом выполнен в гармонии. Вся отделка выбрана подходящей друг к другу, но при этом нет ощущения, что все однообразно. То есть общее пространство у нас больше в розовый оттенок. А вот эта спальня, она больше в желтый оттенок, но тем не менее, когда вы попадаете из одного помещения в другое, у вас нет ощущения диссонанса. Вы находитесь в едином общем пространстве, где продумано все до мелочей. Давайте мы с вами пойдем на второй этаж, посмотрим нашу лестницу и глянем, какие там обои в спальнях. Лестница на второй этаж выполнена из массива бука. Сделана она по желанию клиентов в два цвета. Белые балясины, белый косаур, перила и ступеньки натурального цвета.
Мы с вами сейчас находимся на втором этаже. Это холл. В холле у нас в этом проекте 4 двери. 3 спальни и 1 санузел на этаж. Двери здесь выбраны те же, что и на первом этаже. Белый эко-шпон. Кстати, некоторые двери у нас есть с темным, непрозрачным стеклом. Здесь вот в общий дизайн дома выбрано белое матовое. Оно немножко прозрачное, видно свет. Здесь на полу второго этажа выбран тот же самый ламинат, что в спальне первого этажа. И тот же самый плинтус. Здесь вот то самое единообразие всего дома, но здесь разные обои. Обои тоже подходят к ламинату во всех трех спальнях. В этой спальне наши клиенты решили устроить детскую. Это понятно по люстре и, судя по всему, для мальчика. И обои, которые здесь наклеены, они тоже немного голубого оттенка с рисунком, называемым в народе рогожка. Мы с вами находимся в самой большой спальне. Здесь у нас тот же ламинат, те же плинтусы, но вот обои на стенах наши клиенты купили самостоятельно, выбрали на свой вкус, и мы им их поклеили на стены. Также в этой спальне есть у нас по проекту гардеробная, в которой можно будет хранить все что угодно, что поместится. Также здесь можно будет поставить дверь купе или же оставить так, как есть. Это санузел второго этажа. Здесь у нас по проекту выбрана плитка фирмы Terracotta, коллекция Marble. Что касается этой коллекции, она очень интересна, потому что в коллекции есть вот такая плитка, которая идет по цене, как обычная фоновая плитка. То есть вот этих стрелочек, она называется Arrow. Плитка в названии. Этих стрелочек, по-русски стрелки, можно добавить сколько угодно на проект, то есть это не будет удорожание. У нас количество только лишь декоров ограничено, а вот эти 3 плитки можно использовать в любом количестве. И этим и интересна коллекция, потому что, не удорожая сумму, мы можем делать очень красивые, интересные раскладки. Итак, мы с вами находимся во втором доме. Фасад дома сделан в штукатурке. Мы с вами видели снаружи этот дом, он сделан в серой штукатурке. А здесь совсем другой дизайн, несмотря на то, что проекты одинаковые. Разные дома у нас получаются, потому что человек выбирает именно для себя, именно как ему нравится, именно ту отделку, которая ему по душе. И очень интересно наблюдать, как в семье договариваются, чтобы нравилось всем. В данном случае наши заказчики великолепные люди, и вот интересен, конечно, процесс выбора. Здесь они выбрали на стены, в общее пространство, обои под покраску. Здесь цвет обоев может быть любой. Около 1000 цветов у нас в каталоге. Вы к нам приходите, мы вам показываем все цвета, которые у нас есть, и вы выбираете. Этим хороши обои под покраску, потому что некоторые хотят зеленые обои, голубые обои. Мы это все можем сделать. Пол здесь не из нашего стандарта. Здесь тоже клиенты поехали в магазин, выбрали на пол тоже себе по душе плитку. Здесь в коридоре, в прихожей и зонной лестнице такая плитка. В кухне мы посмотрим с вами. Там выбран был бежевый оттенок, чтобы эта плитка сочеталась с нашим стандартным ламинатом. Вот, собственно, эта плитка, про которую я говорила. Это не стандарт наш ламинат.
Обои тоже выбраны в магазине клиентами самостоятельно. Здесь вот сочетаются два типа обоев, фоновые и более контрастные с рисунком. Выглядит замечательно, великолепно, гармонично, потому что все подобрано со вкусом, с умом. Каждый образец был приложен друг к другу, и вот таким образом получается единое общее пространство. А мы с вами находимся в эркерной спальне. Здесь использован пол темного оттенка, тоже наш стандарт. Под него подобраны плинтусы. Цвета плинтуса и ламината совпадают практически на 100%. Обои выбраны заказчиками тоже на свой вкус. Такие замечательные цветы, которые по цвету гармонируют с ламинатом. Спальня хоть и небольшая, но выглядит очень стильно. Есть контраст между полом и стенами, и очень гармонично и интересно. Я думаю, что в этой спальне будет здорово просыпаться по утрам. Лестница на второй этаж в этом доме выполнена в одном цвете. Цвет натуральный бука. Вот и можно посмотреть, насколько гармонично выглядит и однотонная лестница. Давайте мы с вами посмотрим санузел. В санузле на первом этаже в этом доме клиентами выбрана плитка фирмы Терракота, так же, как в том доме. Коллекция Альпина. Здесь также, как и в том доме у нас, в этой коллекции есть плитка, которая идет тоже за метр квадратный, и мы можем ее использовать в любом количестве, что, собственно, я и сделала в этом санузле. Я думаю, что пришло время рассказать вам о дверях. Модель дверей здесь выбрана клиентами такая же, как и в соседнем доме, но другой цвет. Этот цвет называется капучино. Рисунок такой же, стекло тоже полупрозрачное, матовое, выглядит несколько иначе. Ручки, кстати, наш стандарт. Давайте мы посмотрим с вами санузел. Здесь в санузле у нас выбрана плитка фирмы Axima. Коллекция называется Madison. Коллекция довольно-таки необычная, потому что настенная плитка, она выполнена такими большими мозаиками. Плитка контрастно яркая. Когда здесь будет белая сантехника, вот эта вся яркость плитки, она будет подчеркнута за счет сантехники белой. Если вы обратите внимание, то здесь под ламинат использован другой оттенок плинтуса. В том доме оттенок был более темный, здесь более светлый. И тут этот подходит под ламинат, просто получается немного разный эффект. Давайте мы с вами пойдем в другую спальню, посмотрим, что там. В спальне здесь использованы очень красивые обои. Здесь как раз выделена одна стенка, очень красивые деревья. Они сочетаются с фоновыми обоями, немножко обои такого голубоватого оттенка. Давайте мы с вами пройдем в большую спальню, посмотрим, как там. Здесь вот использованы яркие обои, они, конечно, будут создавать настроение нашим клиентам, которые будут жить в этом доме, просыпаться каждое утро и видеть вот эту красоту и яркость на стенах своей спальни. Мы с вами посмотрели два дома с одинаковой планировкой, но с разной отделкой. Каждая семья, которая купила у нас дом, одна семья и вторая семья выбрали под себя, под свои вкусы, под свой взгляд, как красиво, и дома получились абсолютно разные. И это прекрасно, что каждый клиент, каждая семья может сделать именно так, как им нравится, как им хочется, даже если в нашем стандарте они не нашли для себя ничего подходящего. Мы всегда идем клиентам навстречу. С вами была Анастасия, ведущий дизайнер компании «Стройгарант Анапа». До новых встреч!